дядя уже начал фрезеровать огород. Короче, в погонях за контентом. Сейчас, если успею, поснимаю чуток, покажу вам, как фрезерует мини-трактор Scout Т12. Погнали, короче, надо успеть. Еще дождь идет. Да, придется, наверное, прерваться чуток. Вот тут вот такое вот облако. Давайте. Машет вам рукой уже. Вот, успел, друзья. Вот он. Отлично делает свое дело, фрезерует. Этот коротышка, мелкий трактор, все равно нормально делает свою работу. А то вы мне там многие пишите, что это бесполезная куча металла. Ну вот, смотрите сами. В этом году пришлось чуть попозже садить картофан, поскольку где-то 10 дней назад земля еще была сырая, а сейчас вот земля готова, но погода ужасная там. Сегодня утром было всего плюс 3, вот сейчас где-то плюс 12. Ну, там синоптики говорят, что дальше будет там потеплее чуть-чуть. Ну, начинает теплеть, короче. Вот и дядя, пока не вышли на работу, решил посадить картофан. Этим и займемся. Если вы заметили, ребята, тут отсутствует колесо. Дядя говорит, вообще бесполезная вещь, он его сразу убрал в первые же разы, когда он начал фрезеровать уже несколько лет назад. Просто от него толку мало, говорит. Вот убрал, короче. Вот так работает без колеса, нормально. Вот сейчас потестим, он лопату несет. Глубину будем мерить. Лопата после стройки. Вот огород мягкий. Результат налицо, друзья. Вот этот маленький мини-трактор. Делает свое дело. На отлично.
Так что, ребята, кто бы что ни говорил, что бы ни писали в интернете, это все чушь. Покупайте такой трактор, какой вы хотите. Вон, даже такой малютка вот. Я уже 100 раз, наверное, говорил. Окупается потихоньку. Ну, для себя хватает. Это не такой трактор, чтобы зарабатывать бабосики. Ну вот, чтобы помогать себе в хозяйстве. Отличная штука. Чудо-техника, ребята, само работает. Надо просто рядом чуток походить там, чтобы не убежало далеко. Походу, будет дождик. Снова дождь. Погода не к черту. А вот и град, друзья. Вот такая погода в конце мая. Пока вот полюбитесь фонтаном, то есть водопадом. А, кстати, я же вам не показывал конечный результат того пруда. Сейчас поснимаю, если дождь прекратится. Там пару кадров сниму. Все, пора убегать, дождь начался. Дядя бежит. Плитка собственного производства, самоделка. Вот эти еще даже не высохли, вон те сухие. Прикольный пруд, красота, ребята. Пока еще растения не совсем выросли, но уже силуэт такой нормальный есть. Еще вот тут святые будут. Короче, летом покажу. Это такой предварительный обзор. Вот тут водопад. Говорить не стоит уже, что это все самодельное. Все, что вы видите у меня на канале, это все самодельное, ребята. Что ты там жрешь? Чабель. О, чабель. Ну-ка. Чабель или чабель, как правильно? Хрен знает. Кстати, где хрен? Давай спросим. Пойдет.
Проглот. Проглот сотового уровня. Сырга иланасын бит не шире машап. Кызықтыр баша ебан, там лейд. Где-то полчаса работы. Ну, может 40 минут. Все, картошка посажена. Теперь будет банкет, как всегда у нас. После картофана банкет такой делаем. Говорится, работаем целой оравой. И банкет будет целой оравой. Так, друзья, банкет окончен. Продолжение будет завтра. У нас тоже, наверное, будем сажать картофан. Если не завтра, то послезавтра. Увидимся, короче, через день или два.